Из-за неисправной электропроводки пострадала семья с тремя детьми. Все случилось в доме 42 на улице Углической. В 3 часа ночи в квартире на 10-м этаже загорелся натяжной потолок. Спящие жильцы сильно надышались угарным газом и обгорели. С диагнозом ожоги верхних дыхательных путей и отравления в больницу Соловьева доставили отца и дочь. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Сильнее всего пострадал 13-летний мальчик. Его доставили в реанимацию 3-й детской больницы. Он был ближе всех к огню и получил сильные ожоги. Принято решение на реанимобиле отправить его на лечение в Москву в специализированный ожоговый центр.